И это очень круто, что, скажем так, платформодержатели получили, в основном, конечно, Sony, получили за прошедший год достаточное количество денег, чтобы взять на себя риски, анонсировать и запустить новые IP. Потому что это всегда риск. Разве это first party? Ну, я имею в виду, что, ну, как бы... Платформодержатели, просто ты говоришь про платформодержатели, и разве это first party игры? Ну, от Ansel'а, скорее всего, first party.